Всем хорошего просмотра. Хочу сегодня рассказать про детский развивающий кубик. Значит, на первой стороне мы видим курочку. Она выполнена из натуральной замши. У нее ножки подвижные, объемный глазик, носик, гребешок. Значит, цветочки здесь можно покрутить, они не оторвутся, очень пришиты крепко. Листики все поднимаются вот так. Бабочка летает. Вот, также здесь выполнена такая вот травка. И в нее зашит мелкий-мелкий бисер. Имитация пшена. У курочки также можно открыть крылышко, а под крылышком живет цыпленок. Вот такой цыпленок. На следующей странице у нас уточка. Уточка плывет по волнам, выполнена из флиса. Уточки подвижные ножки. Также снимается крылышко, его можно снять или подвинуть в сторону, как будто птичка летит. Вот, значит, глазик бусинка, клювик вот такой вот выполнен из блестящей ленточки. Бантик объемный, объемные фактурные листики, переливающиеся. И внизу водички вот такие вот есть бусины. Малыш может передвигать их из стороны в сторону. Вот. На следующей странице у нас гриб, такой вот мухомор. У мухомора объемная шляпка, такие вот точечки объемные, резиновые. Сам мухомор выполнен из фетра, травка также из фетра, тут вот цветочки такие вот у нас есть. За травкой у нас прячется улиточка. Вот, сам грибок съемный, он на липучке, его можно снять вот так и прикрепить обратно. На следующей стороне у нас лягушка. Выполнена она из мягкого флиса, очень приятная, тепленькая. Глазки это пуговки, такие вот у нас блестящие золотые пуговки. Ротик лягушечка открывает. Там у нас язычок вот такой у лягушечки. Он выполнен из резинки, поэтому можно вот так оттянуть его. И лягушка прячет обратно язык в рот. Вот такая вот сторона. Дальше. На этой стороне у нас медузка. Выполнена она из фетра. У медузки вот такие вот есть ножки, ленточки со всякими разными бусинами, разными по фактуре, по цвету. Очень интересные, очень разные. Глазки из искусственной замши и бусинки. Есть крепление. Например, на коляску можно прикрепить или кроватке, чтобы малыш не потерял кубик, чтобы он не выпал у него из рук. И последняя сторона – это у нас вот такой вот цветочек. Цветочек у нас шуршит, бабочка объемная, такая вот очень приятная, из фетра. Золотые усики у бабочки, листики отгибаются, объемный стебелек,
очень объемный. Вот. И под листиком прячется вот такая лягушечка. Да, у цветочка серединка замшевая. Такая велюровая даже. Не замшевая, а велюровая. Вот. Вот такой вот у нас развивающий кубик. Ну, а бонусом к этому кубику идет вот такой веселый заяц. Заяц у нас пищит. Глазки это бусинки. Носик тоже пуговка. А сам он выполнен из фетра. Фетр и флис тут. Вот. Вот такой замечательный заяц. На концах усиков у него маленькие узелочки вот такие. Малыш может дергать за усы, ничего не будет зайцу абсолютно. Также есть крепление, можно прикрепить на коляску. Вот. Или к автомобильному детскому креслу, чтобы опять же ребеночек не потерял игрушку, чтобы она не выпала у него из ручек, не испачкалась. Вот такие игрушки я вам сегодня показала. Спасибо за просмотр. Приходите еще.